Всем привет, друзья! Вы снова с нами. Сегодня мы гуляем по набережной Хабаровска. Приехали мы к парковке около морского вокзала. Морского? Речного вокзала. Ну и пойдемте гулять, смотреть все, что здесь есть. Ребят, смотрите, какая шикарная велодорожка вдоль всей набережной. Это прям очень круто. Вся набережная была реконструирована после наводнения. В каком году было? В 2014 году. Вот. И как раз мы идем смотреть, что у нас тут поменялось. Потому что мы после реконструкции еще не были. Ну, шикарно. Прикольно, что есть разноярусность, знаешь, такая. Внизу можно пойти, посередине пойти, поверху пойти. Прям круто. То, что сделали, мне прям нравится. Здесь классно, что здесь много зелени, много больших деревьев, до которых еще не добрались эти чуваки, которые все срезают. И здесь прям вообще классно. Идешь, тенек. Да, давайте останемся. Супер. Останемся здесь. Это у нас памятник Муравьёву-Амурскому. И знаменитый Амурский утес. Блин, сколько раз мы приезжали на набережную. Утес всегда был на какой-нибудь реконструкции, закрыт или еще что-нибудь. Может быть, сейчас нам повезет. И вот крутая смотровая площадка. Знаешь, это, мы когда приехали, в Краснодар, в Сочи тоже, когда гуляли, и просто вот идешь, ну, с ребятами местными познакомились, они такие: ребят, чего так быстро идете, куда вы спешите? Они типа, они, короче, идут такие на расслабоне, все, знаешь, так, а мы постоянно вот так ходим, короче, ну, вот, знаешь, у нас такой темп быстрее. Я не понял, я сначала тоже задумался, думал, почему у нас такой темп быстрее? Ну, потому что у нас, блядь, холодно и комары будут. Да? О, ну эту лестницу они решили не трогать, да? Не, они покрасили. Да нет, она и была уже покрашена. Нет, они ее еще раз покрасили. А, подкрасили, ну да. И то не всю. Да, отлично. Короче, вот как она была в таком состоянии, так она и осталась. Ну как вообще, в принципе, реконструкция была только у нижней части. То есть то, что вот мы сейчас шли по верхней части набережной, то есть она ее не трогали. Делалась только нижняя же вот эта часть. Эти вот все же вот это подмыло, затопило, вода как раз вот по этому уровню была. Ну да, так в смысле, в стадионе Ленина там, да. Видео я смотрел, чуваки там на серфинге катались. Да. Ой, вообще очень круто, что они сделали спуски к воде. О, шик. Блин, на самом деле очень круто. Смотри, они сделали такое деревянное покрытие, сделали лавочки и оставили выход к воде. Самое главное, что любой человек может загорать, подойти там, поплескать ноги, я не знаю, потрогать воду. Это круто, прям вообще мне нравится. Вот точно так же, хотя бы так же, нужно благоустроить дамбу, на которой мы были на Ерофея-арене. Ну, они к этому стремятся. Да, если они это сделают, это будет вообще бомба. Они вообще планируют сделать. Соединить их, да? Да? Да, это будет вообще супер. Огромная зона для отдыха, для людей. Вот такая подсветочка, если она работает, тоже классно. Где-то. А вот, смотри, видишь в столбиках? Да. Колесо обозрения. Там такие спуски к воде. Камушки. Ох. Ой, вода холодная. Идем дальше. Что у нас здесь еще интересно? Пойдемте наверх.
Просто сегодня наконец-то пришло лето в Хабаровск. Сегодня жарит прям по полной. Ну, сейчас градусов 27 точно есть. К 30, я думаю. Все лавочки сделаны в виде качелей. И плюс ко всему этому у всех есть крыша и защита от солнышка. Просто круто. Че, вы тут качаетесь без меня, да? Опа! Идем пробовать местный фастфуд. Шаурма, кстати, везде разная. В общем, взяли две шавермы, одна с курицей, одна со свининой. Такие увесистые, в принципе. Да, вкусно. Ну, в Владикавказе кладут мясо больше. Там прям вообще мясо дофига.